Вот придумал я действенный способ, ну сейчас понятно, затер все швы, придумал действенный способ, уже пользуюсь этим способом не один раз. Я, короче, швы не затираю, вернее, не замываю. Я вот делаю вот так вот. И главное просто угадать время, дабы не слишком высохло, ну и не слишком сырое было. Ну сейчас. Сейчас покажу результат. Ну вот, допустим, часть я вот сделал вот сейчас вот. Вот он. Ну и чем хуже, чем замывка. Замывкой надо, это такой геморрой, это 33 раза надо эту воду менять. Короче, блин. Что скажете, ребята? Я думаю, ништяк вариант.